Искусство барокко оказало большое влияние на композиторов последующих поколений. Среди них австрийский композитор, представитель венской классической школы, один из основоположников таких музыкальных жанров, как симфония и струнный квартет, создатель мелодии, впоследствии легшей в основу гимнов Германии и Австро-Венгрии, Йозеф Гайден. Этот композитор работал в разных жанрах, писал камерную, симфоническую, вокальную музыку. Среди этого многообразия особенно выделяются его сонаты-партиты, как жанр, вобравший в себя традиции музыки барокко и классицизма. Эти произведения являются связующим звеном между искусством XVII и XVIII веков. Итак, соната-партита до-мажор Йозефа Гайдена сейчас прозвучит в исполнении Эвелины Медведко, класс преподавателя Светланы Анатольевны Пудовкиной.